Намасте, друзья! Рада вас приветствовать всех в нашем прекрасном месте, которое нам удалось найти для 23-го фестиваля экспериментальной электронной музыки памяти Муслим Гаус, памяти Брин Джонса Ака Муслим Гаус, британского манчестерского композитора, который ушел из жизни уже 23 года назад. И на данный момент вот эти поминки превратились в такой фестиваль, который нас всех очень радует, потому что это открытая сцена для людей и разных поколений, где играется потрясающая музыка, ну, как некое посвящение, музыка, которая порождает миры. Сейчас у нас идет чек, и в нашей программе довольно много всего интересного. Вот здесь вот у нас будет зона чиллаута и зона большой сцены. Вот здесь приезжайте сегодня к нам или смотрите наше видео на канале «Глобальная волна». В нашем пространстве и времени мы будем очень стараться, чтобы было все волшебным образом. Воспользоваться организационным моментом. Меня зовут Шавантон. Я открою этот наш мемориал Муслим Гауза, как по традиции 14 января, старый Новый год. И начну я. Я исполню вам свой перформанс «Адский вторг». И начну его с блока песен, вернее, он весь будет состоять из блока песен, который называется «Чистый панк». Панк – это творческий метод, означающий создание новых артефактов из старья. Значит, первая часть этого перформанса называется «Карточка номер 734 шарп, найденная на помойке». Это действительно когда-то была карточка, найденная на помойке, чистая, значит, на которую поэт впоследствии написал песен, ну, вот эту песню. Сейчас. Начинается.
Конечно, давай. Ничего страшного, лучше такой. А если... Да-да-да. Ну мы вроде на 40 минут договаривались. Я понимаю, что ждет нас. Ну что, все разбежались, музыканты? Нет, они чекаются, чек-чек. Когда начало? Вот сейчас уже 20 минут задержка. 20 минут задержка, мы пока сходим в соседний зал. Купите стекло, это лоб.
начало, как даже начало. Подожди, запускать, да? Да. Спроси у чуваков, они готовы? Да, конечно. Лучше со стойкой, лучше со стойкой. А. О, все, что это было? Просто она стоит. Дорогие друзья, добро пожаловать в бар «Слезы» в центре Москвы на фестиваль экспериментальной электронной музыки, посвященный Брин Джонс Аркаду Свергану. Я думаю, что вы все знаете его прекрасное имя. Сегодня мы ждем именно любителей его музыки. Этот прекрасный человек родился в 61 году и прожил мне небольшую короткую жизнь. И умер в 99 году, 14 января. И в день смерти мы отыскали его жизни и память. Делаем фестиваль, в котором участвуют экспериментальные электронные музыканты и живые музыканты. Я бы хочу представить Балча Трафаря, нашего коллегу, с которым мы делаем сегодня две сцены. Первая сцена, о которой сейчас расскажет Балыч, будет проходить на Main Stage. Ну я на Main не ближе расскажу, лучше Камила про музыкантов лучше расскажет. У нас Long Prey, наши партнеры, будут делать прямой эфир. Тише, пожалуйста. Будут делать прямой эфир на страничке Long Prey, прямой эфир того, что будет происходить на Main Stage. А в этом пространстве Chill Out, пожалуйста, потише. А в этом пространстве Chill Out сегодня будет аутентичная музыка, музыка винила, Muslim House. Наши музыканты, которые играют в волшебную музыку, посвященную его творчеству. Итак, подписывайтесь на наши странички «Музыкаусная эпатия Москва», «Лонг Прей» и «Страфария». И смотрите наш прямой эфир на этих двух страничках. Также можно будет посмотреть трансляцию на канале Global Wave чуть позже. Может, завтра или послезавтра, кто как увидит автор этого канала, наше мероприятие. И сейчас мы начинаем, и я хочу представить вам прекрасный коллектив, который нам впервые попал на наш фестиваль. Это группа, которая называется «Дамаск Радио». Сегодня они сыграют для нас аутентичную арабскую музыку, музыку Ближнего Востока, и мы увидим божественный танец восточной арабески, а также суфийский танец Мегана Рейнбо и нескольких прекрасных танцовщиц из Tribal Mafia России. You are welcome, please enjoy our stream in the great page and Monster Girls Memory Party in Moscow Facebook page. We have two stream channel about our project in this evening. And now I want to introduce a beautiful group from Moscow who play Arabic music. It's real world music magic. The name of this group, Radio of Damas. And in this concert you can see beautiful, amazing travel and performance. You are welcome and never forget Muslim Girls and the Brin Jones art. Что говорить?
Thank you.
А где вы приходите? Через пару минут. Туда надо. Я не готов, потому что сейчас не сгонится.
Thank you.
еще раз. Мы называемся группа «Радио Дамаск». И большое спасибо, что слушали нас сегодня. Подписывайтесь на нас в Инстаграм. У нас есть страничка в Инстаграме. Мы в Инстаграме точно так же называемся. У нас Инстаграм поднимается. Мы точно так же называемся «Радио Дамаск». И желаю всем приятного вечера. Спасибо за внимание. Я не представила своих музыкантов, а скрипка Игорь Ильгисонис, гитара Кирилл Кочетков, на перкуссии, на прекрасных арабских инструментах рид и дарбука играл для вас сегодня Егор Мадяев. Дальше не менее прекрасные инструменты кахон, испанский, иранский тамбак и рамочный барабан Алексей Калинин. И на уде для вас играла Ольга Перова. И для нас танцевала сегодня прекрасная, абсолютно чудесная Алена Теплякова. Спасибо. Так, ну что, перерыв пока? Трансляция продолжается? Да. Трансляция продолжается. Ну а мы пойдем сходим в соседний зал, дорогие друзья. Что же там дают параллельно? Очень приятное место. Вот тут есть телевидение, есть вышка. Как нет, там мелочь. Начинается очень красивый продолжительный диджейский сет наших партнеров проекта Long Play. И они собирают всю свою коллекцию музея Москвы. Магазинчик находится уникального винила. Пожалуйста, наберитесь терпения, будет небольшой пересмотр. И к нам присоединится очень красивая работа одного чудесного видеохудожника, который к нам приехал специально. Сегодня вообще будет много уникальных сюрпризов и уникальных явлений в мире искусства. И напомню, что все, что происходит, посвящается Брин Джонсу от Нам и Стрингалс. И вы можете увидеть наш стрим на Facebook-странице Long Pray, все, что происходит на Main Stage, и на странице Muslim Girls на Наверепати и Мроску. Вы можете увидеть стрим того, что происходит в Чилау. Итак, добро пожаловать в реальность. 23-й фестиваль экспериментальной электронной музыки, посвященный Брин Джонсу от Нам и Стрингалс. Я хочу вам еще на раз напомнить, что в этом пространстве есть тело мира, его хрупкости и пространстве большой веранды. Это большая сцена, где происходят бесконечные, очень красивые музыкальные концерты живых московских электронщиков, которые очень давно в движении этого фестиваля, вот уже 23 год, несколько поколений. И ваша задача, как зрители, быть между миром, войной, между штормом и штилем, между шанти и антишанти. Thank you.
что культурная программа в Москве существует, и она на разных планах, и в такой традиции, и в такой традиции. Очень хорошо. Так спасибо, что у нас, слава богу, есть путь освобождения. Так как сегодня такая музыка. Благодарю вас. Настроение просто I'm gonna go get some more.
Thank you.
Конечно, свободу давать.
Надо музыку заново. Подожди, музыку заново. Другую? Другую нету. Сейчас отдышусь. Просто хочется вот этот зал занять. Давай. Отдышаться надо? Да. Триамбагам яджамахе Сугандим пушти варданам Курварукмив банданан Вриттюр мокшиям амритат Пушти варданам, курварукмив банданан, мриттюр мокшиям амритат. Триамбагам яджамахе, сугандхим пушти варданам, курварукмив банданан, мриттюр мокшиям амритат. Джамахе сугандим пушти варданам курварукмив банданан мриттюр мокшиям амритат. Триамбагам яджамахе сугандим пушти варданам курварукмив банданан Джамахе сугандим пушти варданам курварукмив банданан мриттюр мокшиям амритат. Триамбагам яджамахе. Камилочка, повернись к нашим зрителям немножко, пожалуйста. Thank you.
Провожу вас до метро, можно? Да, до кареты, пожалуйста. До кареты, хорошо. Ох, дорогие друзья, ну вытерпел я это все, конечно, эту музыку. Ну, как вы поняли, я приглашен был заснять танцы. Вот, танцы я заснял, начало живых музыкантов заснял. Ну, а как отдыхает молодежь, вы видели и слышали. Конечно, молодежь не вся, дорогие друзья. Ну вот, часть субкультуры, она вот такая. Вот такое сегодня 14 января 2022 года, 23 часа 17 минут. Стоп, снято. А луна-то вон наблюдает за нами, дорогие друзья. О, как видно, хорошо.
Стоп, снято. Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил. Сквозь грозы сияло нам солнце свободы. И Ленин великий нам путь озарил. Подождите.